Дай сюда. Папа! Давай наши поп-иты! Малыш! Граната! Это ж надо, такое нашел! Санек, я тут такое нашел! Что ты уже нашел? То, чего у нас в городе просто нету! Что, поп-иты? Где? Да, и даже Simple Dimple был. Пошли скорее купим. Ага, у меня денег достаточно нету. Да, у меня тоже достаточно нету. О, так давай у папы попросим. Ну давай. Пап, мы тут нашли поп-иты, которые у нас в Бресте просто не продаются. Чё, попить? Не понял ничего, что ты сказал, Арсений. Пап, и Simple Dimple. Вы что, нормально говорить здесь разучились? Или это уже что-то вы по-тунисски выучили, а? Ты что, пап, прошлый век? Это такая штучка, которая давишь и стресс снимаешь. Это что, лекарство? Не, лекарство нельзя без рецепта. Чего вы от меня хотите-то, а? Папа, игрушка такая. Антистресс. Ну так что, ты даешь деньги, даешь? Антистресс? И что, у вас стресс какой-то? На отдыхе? Нет, конечно. Я на такое не подписываюсь. Чё? Нет, все. Антистресс в 10 лет, офигеть. Все, папа, с тобой понятно, пойдем. Во дают. Ар, сколько у тебя своих денег? Сейчас посмотрю. $5. $5 не хватит, а у меня только мелочь. Идея! Ух, и духота! Жарко-то как, ё-моё! Папа, жарко очень! Ну да, есть немного, и чё? Дай деньги на мороженое! Так у вас всё включено, идите возьмите! Папа, тут только одни и те же вкусы, фирме одинаковые, надоели! Ах вы, транжиры! Ладно, сейчас гляну, что тут у меня есть. Белорусские. Может, белорусские прокатят, а? Папа, ты чего? Какие белорусские деньги в Тунисе? Ё-моё, только сотни. О, смотри, $10 есть. Сдачу принесешь. Хорошо. Арсений, мне тут такое! $10! Откуда? Папа на морожка дал. Ох, мы сейчас пупытов накупим. Побежали. Вот это мы закупились. Тихо, папа. О, привет, пап. Привет. Чё, а? А, привет. Вот это мы накупили. Теперь занятие на целый день. Да, и у меня классный единорог, цветок, яблочко. Квадратик и Among Us. Ох, сегодня целый день буду их хлопать. Че за звуки такие, я не понял. На нервы действует капец. Я думал, их гляну. О, еще их почитать заставлю, точно. Пацаны, это что такое? Алло! А! О, привет, папа! О, привет. Это что такое за ерунда? Что это за звуки такие противные, а? А, пап, это пупыты! Подарок к мороженому! Ху, молодец, Арсений, придумал, что сказать. Да, пап, это плюс к мороженому. Ужас. Какой противный звук, капец. А мороженое хоть с каким вкусом-то было, а? У меня лимон, стречелло и орео. Ладно, неважно, давайте эту вашу попню складывайте и за книги. Летняя программа, ее никто не отменял, школьная.
Ладно, папа, хорошо. Давайте быстрее, уберите этот звук, он меня бесит. Не буду я ничего читать, только купил себе пупыты и переставать лопать не буду. Пусть этот звук будет. Меня он, наоборот, успокаивает. Я тоже ничего не собираюсь делать, все завтра прочитаю. Да этот звук уже целый час. Ну что, мое терпение решили испытать, а? Вот по-хорошему никогда не готовы, да, что-то делать? Дай сюда. Папа! Это какой-то не антистресс. Верни! Это какой-то зомби-стресс. Куда? Всё. Верни! За книги. Или я их и так выкину, понятно? Не, ну он что, офигел такие игрушки выкидывать, которые у нас в Бресте нету? Не, Арс, я тоже ему это не дам сделать. Где тенёшку, которую мы в чемодане нашли? Сейчас все организуем. Раз, нёрф. Два, нёрф. Пока закрути ручку. Так. Отличненько. Вот и три, нёрф. На запас будет. Ну что такая тема? Надо себе их оставить. Это они меня как доведут до стресса, вот мой антистресс будет. О! А, я понял. Короче, это, наверное, это их попаита или как там, попыта. А это какая-то там димпла, думпла. Короче, неважно. О, да. Релакс. Так, ладно. Все равно я понимаю, что это мое мороженое, которое я бабке давал. О, пойду-ка я их в сейф спрячу. Все, закрыто, отлично. В сейф спрятал. Круто. С такими нерфами, как у нас, папа даже спрятаться не сможет. Да, даже если за угол спрячется, этот нерф его достанет. Что, Арсений, идем отбивать наши пуп-иты? Погнали. Папа, отдавай наши пуп-иты! Вы где нерфы такие взяли? Это что такое? А тебе это уже не важно. Где взяли, там их уже нету. Наши пупыты возвращай. Полегче, я ваши эти иты, пупыты выкинул все. Все, их уже и в мусор унесли, увезли. Что ты заливаешь? Когда ты у нас их забрал, мы звуки слышали. Еще такие отчетливые, мы точно знаем, что они у тебя. У тебя есть 5 секунд, чтобы вернуть нам наши пуп-иты. Да, иначе мы начинаем стрелять. Ну все. Удрал. Они точно где-то здесь в комнате. Давай искать. Нету. В сейфе, может? Он закрыт. Нигде нету. Куда же он их спрятал? Так вы, да? Ну ладно. Давай. Открывай. Не знали, что у меня граната есть. Сейчас вы у меня получите. У меня их не одна, а целых две. Надержитесь, малые. Ну, они точно здесь. Значит, точно в сейфе. Ну, малые, держитесь. Граната!